Небеса очень туго, очень тяжко ко мне привыкали. Меня ливнями било, меня солнцем насквозь прожигало. Время тяжестью всей, будто войско по мне прошагало. Но за то, что я к небу тянулась прямо и верно, полюбили меня и дожди, и бродячие ветры. Полюбили меня, так что бедная стала богатым. Ее строки нередко сравнивали с произведениями Есенина и Пушкина. Тонкая душа влюбленного в жизнь советского человека буквально пронизывает каждое слово, каждую рифмованную строку. Все это о Римме Казаковой. Творчество поэтессы всегда было во внимании общественности. Она часто публиковалась и издавалась. Автор многочисленных сборников стихов занималась также переводами с языков стран ближнего и дальнего зарубежья. Миллионам советских читателей Казакова известна как автор стихов к песням «Ты меня любишь», «Мадонна», «Ненаглядный мой». Римма Казакова – это поэт старшего поколения. Было, честно говоря, трудно найти стихи для младших детей, которые были бы им созвучны. Но тема войны всех затронула, поэтому они отозвались и выучили стихи именно вот о войне. Думаем, что мероприятие вообще откроет цикл таких гостиных, посвященных разным поэтам. Творческий вечер собрал в одном зале людей, увлеченных словом и музыкой. Они читали стихи, исполняли песни и бардовские зарисовки. И самое трепетное, что все это из уст молодых людей, которые ценят настоящее искусство. Поучаствовать в программе решили не только действующие ученики студии «Живая книга», которая всегда становится центральной точкой программы. В этот раз их поддержать приехали и выпускники прошлых лет, ныне студенты творческих вузов. Хочу сказать, что вся поэзия Риммы Казаковой, она очень душевная, очень трогательная, душещипательная. Каждый может для себя подобрать то, что именно возьмет его за душу. Я выбрала это стихотворение, я надеюсь, что понравится зрителям. Римма Казакова ушла из жизни в 2008 году, но она оставила увлеченным литераторам большое наследство в виде изданных книг. Так ее память увековечилась в слове, в живом слове, которое звучит, которое знают, помнят и любят.